Здравствуйте, друзья. Мне несколько писем поступило. Вот просят высказаться по поводу того, что, значит, Верховный суд признал незаконным запреты на однополые браки. Дело в том, что раньше это было в ведении штатов. То есть в каждом штате конкретно, значит, решался вопрос. И довольно много уже штатов было таких, где, значит, признано было неконституционным запрещать однополые браки. Вот, скажем, Калифорния один из таких штатов. Здесь, когда референдумы проводили, то референдумы как бы достаточно однозначно высказывались за то, чтобы запретить. Но дальше все это оспаривалось там в судах, и получалось, что запрет как бы неконституционный. То есть ни на уровне штатов индивидуальных, ни на уровне федеральном не обсуждался вопрос, хорошо это или плохо. Вот, скажем, однополые браки. Это вопрос сугубо юридический, когда это в суд попадает. И в суде, вот в частности, вот в Верховном суде тоже не было единства такого серьезного по этому поводу. То есть решение прошло большинством 5 против 4. То есть вот, можно сказать, пограничное такое большинство. И вопрос в чем? Вот насколько Конституция, да, насколько Конституция, основной закон, решает этот вопрос на федеральном уровне или предоставляет возможность этот вопрос решать на уровне штатов? И там серьезную речь такую сказал, как бы, назовем его верховным судьей, значит, за Старшова, который, вот, он в течение 2 дней, значит, сначала порадовал демократов, огорчил республиканцев, потому что в четверг он, на прошлой неделе, он сказал, что нефига, значит, там, приставать к Обамакеру, что все это легитимно. Значит, демократы радовались, республиканцы возмущались. А на следующий день, в пятницу, он, значит, высказался в пользу того, что не должна федеральная судебная система, значит, вмешиваться в дела штатов по этому вопросу. И он как бы там такую серьезную речь, и, ну, как бы это все в письменном виде существует, и, в общем, там многие обсуждали в серьезных, так сказать, источниках, в серьезных публикациях обсуждали, как он это все обосновывает. Но как бы по факту 5 судей из 9 против 4 признали, что неконституционным является запрет по всей стране. То есть это как бы противоречит Конституции Соединенных Штатов. Еще раз, это не говорит о том, что это хорошо, и что мы, например, поощряем это или там еще как-то. Это чисто юридический вопрос. Значит, легитимен ли запрет как таковой? Значит, они пришли к выводу, что запретить нельзя. Тут можно много чего сказать, как бы в ту сторону и в эту, и мы сейчас не будем этим точно заниматься. Вот. Но, во всяком случае, как бы по факту вот так. Соединенные Штаты не первая страна, где легитимизированы однополые браки. В Европе достаточно много стран таких. И давайте-ка я камеру, что ли, поверну. Ну-ка, поворачиваем камеру. Вот так как-нибудь. Так что приехал я на работу. И по факту, значит, все это дело как бы, да, легитимно. И какие последствия? Я думаю, что поскольку брак однополый уже раньше был признан по факту достаточным для того, чтобы решать иммиграционные вопросы, то в данном случае ничего не произошло в этом плане. То есть уже и раньше можно было жениться там однополым браком на иностранце, и он получал, соответственно, грин-карту, и все это шло таким же путем, как идут вот у всех остальных людей по этому традиционному, так сказать, направлению. Поэтому я даже затрудняюсь сказать, что, собственно, они выиграли в смысле чего-то еще такого, чего не было раньше. Ну, конечно, в каких-то штатах, где действовал запрет, его больше нет. Но чисто технически не было проблемы зарегистрировать брак в другом штате и так далее. Конечно, это как бы морально они какую-то получили, что ли,
ну, не поддержку, но удовлетворение. Но с точки зрения прав, с точки зрения чего-то такое кардинально изменившегося, я даже не знаю, может быть, время покажет. Хотя у меня всегда, например, такой вопрос возникает, вот когда создаются силы по борьбе с каким-то явлением, там, злом или добром, мы не говорим, но вот явлением, то дальше этим силам нужно вот в эту печку новые дрова подбрасывать. Я уже не знаю, уже теперь, когда уже все можно, я не знаю, чем они теперь займутся. То есть, что еще такое осталось вот. А им же надо чем-то заниматься, поэтому вот я с интересом жду, значит, на что они теперь переключатся. Счастливо!